тебя, Саня. Тедди, давай зад покажи. Ваш любимый питомец будет жрать эти хлопья, как миленький. Я... А, Рик самый крутой, на разборе пел и сложа руки, вон не сидели. Ну, пришел Саня и я. Ты издеваешься, а не ртом еле шевель. А ну и вам надо взбодриться, я принес вам энергетик. Я ж надеюсь, адреналин на раш? Гораздо лучше. Сейчас все будет окей. Ой, как больно. Так, стая амба, пацаны, перекур. Тут слишком тухленько вы поете. Дядя Ян, сколько можно? Мы устали. Я уже забыл, когда последний раз отдыхал. Алло, не могу припомнить. Как вас там зовут? Слушай, это не смешно. Дай мне с ними поговорить. А что ты решил, что они вообще хотят с тобой разговаривать? Ян, не забывай, что я их нашел. Прошу тебя, дай телефон. Я отключаюсь. Дядя Ян, тебе Дэйв звонил? Да, он сказал, что ему... очень прекрасно живется без вас. Дядя Ян! Что, меня уволили? Можно я посплю с тобой? Мне страшно. Мне кажется, вы слишком взрослые, чтобы спать со мной. Так что вали отсюда. Получается, что нельзя? Пацаны, я хочу домой. Куда? На дерево? Нет, я хочу к Дэйву. Вы что, 5 порций мороженое в день жрете? Кошмар. Скажите, пожалуйста, когда они последний раз у вас отдыхали? Они хотят отдыха. Ну дайте им какие-нибудь лекарства, таблетки, хоть что-нибудь. Вы хоть понимаете, что это животные? Им надо хоть когда-нибудь отдыхать. Ах, да. Ну ладно, без вас разберемся. Ну что ж, ребятки, придется вам петь под фонограмму. А это что такое? Так как выяснилось, что у вас проблемы с голосовыми связками, вам придется просто открывать рот. То есть мы должны всем угадать? Нет, песню мы вашу записали. Ваша задача – двигать ртом. Ну ладно, окей, мы согласны. Вот отлично. Готовьтесь. Я очень хочу вернуть своих пацанов. С твоих уст, конечно, это редко звучит. Прям вообще ни одного билета нету. Нет. Короче, держи камеру, будешь нашим журналистом. Спасибо. Прошу покинуть зал. Алик! 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 Дэйв! Он здесь! Что будем делать? Проучим нашего дяди Яна. Мне тоже нравится твой план, да? Пошли, пацаны! Эй, дядя Ян, слабо поцеловать мой зад? А ну вали отсюда! Алекс, Аня, скорее! Мы уходим! Нет! Ой, пацаны, походу, колония строгого режима. Чё, стали, ловите! Давай, додик, догони! Слабо, я слишком шустрый для тебя, а теперь просветим тебя! Привет, стрёмный дядька! Пока, стрёмный дядька! Ну-ка, все с дороги, бурундук едет. Извините. Эй, здоровяк, тебя мама не учила, что плохо обижать маленьких? Ну, хочешь, я тебе подлечу башку? Ребята! Дэйв! А ну, стоять! Спокойно! Эй! Ты что творишь? Готовьтесь, эй, во Францию теперь поедем. Эй, ты что, больной, отпусти, убери свои грязные руки от нас. Только выберемся отсюда, я тебе всю задницу покусаю. Ян, пойми, им нужна нормальная жизнь, а не вот это все. И тем более все видели, что они пели под фонограмму. Поверь, то, что они разговаривают, это уже плюс. Все, ребята, уходим. Эй, позовите моего адвоката, я требую, чтобы мне зачитали мои права. Алик, что ты несешь? Какой адвокат? Ты бурундук. Саня, ну мы же не игрушки, чтобы с нами так поступали. Ну давай же быстрее. Давай, лови, Дэйв, он уходит. Удивили, а как вы выбрались вообще? Мы говорящие брундуки. Для нас выбраться с любой клетки, расплюнуть. Ты вернулся за нами? Конечно, я вернулся, мы же все-таки семья. Да ладно, пацаны, вы слышали, что он сказал? Что?
Я вообще с ума сошел, и у меня шизофрения. Он сказал, семья, я по тебе сильно скучал. И я. Алик, кстати, тоже, но он этого просто не показывает. Извините меня, у меня сентиментальность застряла в горле. Я хочу сказать, да, я тоже ску... Ну ладно, да, я скучал. Эй, слышите, будете себя хорошо вести, можете меня снова дядей Яном называть, поняли? Купала до дышего обандес. Обе, шепоте, симу. Да твою ж мать, они удрали. Нет! Привет, Катюха. Привет. Ты будешь есть? Мы можем помочь налить шампанского. И дурацкая пробка. Ой. Ладно, я ничего не скажу. Ладно, вы этого добились.